По данным инсайдеров, истинной причиной проблем, неожиданно настигших влиятельного вора в законе Олега Медведева, Шишкан, Олег Раменский, кроются в его интересе к мусорному бизнесу. Источники говорят, что в последнее время Шишкан пытался активно играть на этом рынке за себя и своего друга Гавриила Юшваева, Гарика Махачкалу, который скрывается в Турции после перестрелки в Москва-Сити. Из-за этого у законника возникли разногласия с лидером подольской ОПГ Лучком и рядом силовиков. Сообщается, что интерес Медведева Юшваева к мусорным полигонам беспокоил вора в законе Дмитрия Чентурию, Мирончика, который находится в нормальных отношениях с Лучком и уполномочен силовиками на деятельность на этом рынке. Напомним, что накануне суд арестовал Шишкана. Ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии, а также причастность к убийствам, игорному бизнесу, проституции и наркоторговле. Шишкан стал третьим по счету вором в законе, которого привлекли к ответственности по новому антиворовскому закону. Источники преступной России отмечают, что после подписания Владимиром Путиным указа о введении ответственности за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки сотрудникам МУРа от вышестоящих силовиков поступил список воров в законе, в отношении которых нельзя проводить оперативные мероприятия. В список вошли Тюрик, Вася Воскрес, Мирон, Вагиф и Осетрина. Главным бенефициаром этого списка стал Дмитрий Чентурия, службу безопасности которого возглавляет бывший силовик. Остальные законники могут в любой момент оказаться под ударом.